Проект «В ритме равных» Екатерина Никонорова выдвинула на конкурс фонда президентских грантов еще в октябре. Первая попытка оказалась неудачной. Руководитель клуба «Лотос» решила попытать удачу еще раз. Отредактировала заявку, усовершенствовала структуру и содержание. Екатерина признается, что не ожидала, что проект наберет высокое количество баллов и станет победителем конкурса. Проект направлен на реализацию обучения молодежи с ОВЗ, с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, танцевальному мастерству, вокальному мастерству, театральному, также ивент-продвижению. Планируется начать обучение уже с сентября, оно будет проходить по апрель. Проект нацелен помочь молодым людям с ОВЗ и инвалидностью раскрыть свои творческие способности, приобщиться к культуре и искусству. На протяжении 8 месяцев для участников клуба общения для молодых людей с ОВЗ «Лотос» будут проходить образовательные мастер-классы в рамках лаборатории театра, лаборатории вокала, лаборатории танца. В апреле подключится и лаборатория ивент. Участники проекта будут заниматься с ребятами без отклонений здоровья, чтобы подготовить вместе с ними творческие выступления на финальный гала-концерт «Зажигай» в рамках 4-дневного фестиваля инклюзивного творчества. К нам приедут гости не только из Нижегородской области, но и из Владимирской, из Москвы. Здесь соберутся специалисты, работающие с людьми, с детьми, с молодежью, с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы меняться опытом. Они выступят в качестве спикеров, расскажут самые интересные тенденции и направления. В рамках фестиваля пройдут семинары, творческие мастерские, мастер-классы, квесты, экскурсии, тимбилдинг и многое другое. На сцену гала-концерта выйдут творческие коллективы «Сарова», а участники «Лотоса» покажут, чему они научились за период обучения в лабораториях. Все это время с ребятами будут заниматься профессиональные педагоги. Мы сейчас будем открывать набор для записи. Нам бы хотелось, чтобы молодежь с ограниченными возможностями здоровья записалась на эти направления, чтобы каждый мог развить какие-то свои внутренние желания работать, например, по вокалу. Также мы приглашаем всех желающих молодых людей от 14 до 30 лет с ограниченными возможностями здоровья. В качестве амбассадора фестиваля выступит Алексей Транцев, руководитель инклюзивного ресурсного центра в Самаре. Проект «В ритме равных» реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Светлана Юрнова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.